5 дней в очном формате слушатели из 42 регионов страны изучали передовой опыт реализации региональных программ в сфере ЖКХ. Программа руководства организации, осуществляющей деятельность по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, разработана кафедрой Министерства ЖКХ Московской области совместно с Ассоциацией рекоператоров капитального ремонта. В программе приглашаются принять участие органы власти, субъекты Российской Федерации, которые имеют отношение к капитальному ремонту, органы государственного жилищного надзора и руководители и заместители руководителей региональных операторов капитального ремонта. Лекции и практические кейсы от экспертов отрасли, исторический экскурс в развитие системы капитального ремонта и изучение передового опыта. Были предусмотрены также выездные модули на объекты во Власиху и в Центр управления регионом. Слушатели посмотрят наш центр управления регионов, значит, посмотрят, как мы координируем нашу территорию Московской области. Не только координируем, но мы и видим все наши недоработки именно муниципальных образований, а вы знаете, у нас их 60. Обучение прошло в одном из ведущих вузов страны МГИМО. Теоретические и практические занятия провели квалифицированные специалисты. В основном это практики, представители ведомств федеральных, в том числе представители крупных бизнес-структур, которые так или иначе взаимодействуют с региональными операторами. Это представители крупных банков, компаний, электронных площадок. По окончании курса участники получили удостоверение МГИМО о повышении квалификации, а субъекты – специалистов высокого уровня, способных осуществлять эффективную деятельность в сфере ЖКХ. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».